в нашей большой фракции, выведите состава фракции, и пусть они сами работают. Там Дюфина и Гатычева. Нет возражений? Нет. Кто за предложение, прошу проголосовать. Это же второе предложение. А фракции нашей боевой. А дорогой Владимир, вот починит человека. Нет, давайте потом. Это мы потом рассмотрим. Спасибо за понимание. Правильно. Все. Спасибо всем за работу. Печать. А где печать? А вот. Чтобы не ушла. Что за? Несколько слов. Давай. Ваше мнение по поводу сегодняшнего произошедшего? Очень правильно поступили. Это будет польза и для судакчан, и для депутатов. Все будет нормально. Все будет хорошо. Хорошо. Спасибо. Так, твое мнение? Ну, как предполагалось, так и произошло. Пожалуйста, ваше мнение о сегодняшнем? О сегодняшнем? Да. Все было организовано и достойно. Спасибо. Владимир Николаевич, ваше мнение о сегодняшнем произошедшем? Без комментариев. Спасибо. Я губки не направила. Это видео. Это видео. Ваше мнение о сегодняшнем произошедшем? Сегодня произошло то, что должно было произойти, наверное, года два, а может и более тому назад. И как сказал один депутат, очень правильно. То, что сегодня говорилось вслух, это только вершина айсберга. А те нарушения, то, что мы уже имели, и как мы, как депутаты, этим нарушением пытались донести мысль людям, людям, имею в виду аппарату, включая Андрея Васильевича Дементьева, в первую очередь как городского голову, что много ошибок, неправильно действуют. Но депутатов не только не слышали, а сделали антагонизм между депутатским корпусом и работой аппарата исполкома. Это очень неправильно. Первое, потому что мы регионалы, мы одной партии, но и не только это. Нужно любить и беречь свой город. Относиться к каждому кусочку земли, не отдавать по 67 соток под якобы баню, которой нет и не будет. Спасибо большое. Спасибо. Ну, губки-то не накрашены. Александр Андреевич. Ну, губы не накрашены, а ты не отнял. Ну, как ты? Да. Подведите черту под сегодняшним днем. Черту? Да. Черту тяжело, Саша, подводить. Жизнь-то продолжается. Понимаешь? И все, что сегодня кажется плохим, завтра окажется это прекрасно. И все наоборот. Смотрите, надо документы все собрать. Мы их уже охраняем здесь. Результат сегодняшнего тайного голосования и сегодняшней закрытой сессии. Если для принятия надо было 28 голосов, но на день проголосовал 31 депутат за досрочную отставку. И понимаете, это не радостное событие, это грустное, с одной стороны, событие в нашем регионе, что мы не можем работать сообща на благо региона. Все время пытаемся какие-то лагеря разбивать, приписывать, белые, красные, зеленые. Работать надо просто. На свой регион. Будет дальше, Александр Андреевич, в ближайшее будущее? В ближайшее будущее. Будем работать и жить. Спасибо. Спасибо большое.